Привет, народ, как дела? Это Джей. Я Джей. И сегодня я расскажу, как снимать при слабой освещенности. Многие спрашивают меня, как снимать ночью и не иметь шумов. Я обычно стараюсь снимать с чувствительностью 800 ISO и никогда не поднимаюсь выше 1600 ISO. В противном случае картинка будет очень шумной. Вы можете также уменьшить контрастность в профиле настроек. Тогда изображение не будет темнее, чем должно. Если вы снимаете на зеркалку, старайтесь использовать выдержку между 1/30 и 1/50 секунды. Если снимать при больших значениях, некоторые светильники начнут мерцать. Хороший прайм-объектив очень поможет. Если у вас зум-объектив, то, возможно, его светосила Т3,5 или Т5,6, что не очень здорово. Прайм-объективы с большей диафрагмой, как, например, 1.8, 1.4 или 1.2, намного лучше для слабого освещения. Если вы снимаете вообще без света, ваше видео будет супершумным. Если у вас нет бюджета на портативный свет, постарайтесь найти улицу с фонарями вместо абсолютно темного закоулка. В общем, это все касательно объектива. Стекла со светосилой 5.6 намного темнее, чем с 1.8. Кроме того, при диафрагме 1.8 у вас будет гораздо более красивое боке. Вот пример съемки при диафрагме 5.6 и 1.8. Ночная съемка – дело непростое. Надеюсь, это видео поможет вам достичь лучших результатов. Спасибо, что смотрите мои видео. Не забудьте подписаться. И как говорит Арни, I'll be back через 2 недели. Не унывайте, ребята. Всего вам. Пока.